Недаром профессия сварщика считается элитной среди рабочих профессий. Здесь необходима не только физическая сила, но и знания, в первую очередь математические. За это и платят хорошо. На предприятиях сварщики получают до 60 тысяч рублей. Студент Первоуральского политехникума Александр Токмаков прикипел к этому делу с детства. Вместе с отцом они постоянно что-то мастерили из металла. Ну, мне нравится, как выполняются швы. Я, ну, вот у нас дома балкон сами строили, варили с папой. Ну и понравилось, когда варил. Потом еще узнал, что оплата неплохой идет. Ну и решил пойти учиться на сварщика. Сегодня на профессию сварщика особый спрос. В газетах города можно встретить множество объявлений с вакансиями. Профессия сварщика является одной из наиболее престижных, значит, как в городе Первоуральске, так, значит, и в стенах нашего образовательного учреждения. Значит, если говорить о цифрах набора, то мы набор в этом году планируем 50 человек сварщиков набрать для нашего города Первоуральска. Сегодня студенты политехникума вне конкурса соревнуются с матерыми коллегами, сварщиками с завода «Динур». Кстати, не всегда этой работой занимаются мужчины. Подчас и слабый пол увлечен ювелирной работой. Сварщиком я работаю 7 лет, но не здесь. Сама я с Курганской области, с города Кургана. Курганский автобусный завод. Мы там. Устроилась-то в 17 лет маляром, потом контактной сварки, и вот решила постичь сварку полуавтомат. Попробовала, получилось. Самой нравится, во-первых, то, что получается, во-вторых, коллектив очень хороший, мужской. И завод меня больше устраивает, чем частник. Конкурсные задания состоят из теории и практики. Каждому участнику выдаются заготовки, из которых надо сварить вертикальные и горизонтальные швы. У нас конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – теоретическая подготовка, и вторая – практическая. Основное внимание у нас обращаемое на качество выполненных работ и время. По итогам конкурса лучшие сварщики завода «Динур» получили не только почетные грамоты, но и повышение к зарплате. Алексей Николаев, Сергей Шемет, Интера ТВ.